Previously on Revelations 2. Mother of balls! My life is awesome! That bitch stuck a needle in me? Here triggers the virus. Claire, get up to the roof! See? We're like sisters. Oh, my dear little trigger. Claire, we lost the girl. Moira was trying to get to that tower when I was with her. Harry, there's something right there. I've been waiting for you. Wait. Well, that's one hell of a parking job. Me and Moira got separated here. The nice guy came and got me. Two Westers. Привет, друзья, с вами Раш Налинзука и Тадоми. Всем привет. И мы продолжаем прохождение игры Resident Evil Revelations 2. Итак, у нас уже... Третий эпизод «Приговор». Сейчас мы будем играть опять за девушек, Клэр Редфилд и Мойра. Ждёшь что-то ужасное. В прошлой серии открылось, что у Вескера есть то ли сестра, то ли кто-то еще, и, видимо, она тут за все это дело причастна. Признание и ложь одно и то же, чтобы признаться, человек лжет. Это как так? Не очень понятно. Ребята, отпишите, как нас слышно, а то в прошлой трансляции вышел косяк какой-то с микрофоном, половина трансляции нас плохо слышали, и никто толком об этом не написал. Из-за этого вышло не очень хорошо. Ожидаем чего-то жесткого в этой серии, потому что игра постепенно усложняется, и вот даже не знаю, как мы будем со всем этим делом справляться. Клэр, есть что-то? Нет, ее следов нет. Что могло произойти? Мойра, глянь. Записка. Кто-то оставил сообщение, в нем сказано: идите к заводу. И как, верить или нет? Почерк Нила, все верно. Так, ну что ж, переключаемся на разделенный экран, как обычно. И продолжаем играть. Так, сразу все осмотрим тут. I can't believe we lost the girl. I didn't even ask her her name. She might have. Они даже не знают, что ее зовут Наташа, что ли? Так, а мы же здесь бегали вчера как раз-таки, да, вот в этом месте, по-моему, вот этим Барри и Наташей вот тут вот. Да, мы тут бегали. Причем закончилось, что мы вон туда зашли. Вот, да. Вот, а мы сейчас оттуда вышли. Так, а куда же мы потопаем? Вот сюда. Так, я подходил, там вроде ничего нет, не было. Нет, вон дырка-то есть. А, то есть... А, мы сейчас... Подожди, а мы не будем обшаривать здесь вот все вокруг? Да, мне кажется... Давай пробежимся, в всякий случай, вдруг там что-нибудь валяется. Кстати, мы какие-то... прошлой серии, вчера пропустили, я не знаю что. В общем, тут помимо того, чтобы собирать жетоны, ну, отстреливать, есть еще какие-то предметы, я не знаю, что с ними делать. Я просто по статистике посмотрел, мы обнаружили ноль там из скольки-то. Какие-то похожие на жуков или тараканов там какие-то. Вот я не знаю, что это такое. Кто знает, пишите в комментариях. Может быть, мы будем потом стараться их находить. Возможно, это только в компании за тех персонажей. Может быть, там их Наташа может обнаружить, этих существ. В общем, мы ни одного не нашли, даже не знали, что их тут можно найти. Мы, конечно, особо не запаримся за всякими вот этими штуками коллекционными. Мне больше нужны разные патроны тут. И... Так, что у нас, кстати, тут может сразу что-нибудь перезарядить надо. Двустволка эта долбаная. Так, а что у нас тут у тебя? Бутылку можно сразу изъять. Патроны можно изъять. Остальное, в принципе, пока не нужно. Ну вот Мойре надо фонарем светить, чтобы какие-то предметы находить. Ну мы знаем, в принципе, да, что нужно светить. Ты знаешь, как светить-то, да? Да. L2 же надо зажимать, по-моему, чтобы она так направляла.
Ну что за предметы? Я, может быть, это имеется в виду эти рубины? Ну, мы вроде какие-то рубины находили вчера. То есть это что-то другое. А вот вампир подсказывает, что мелкой нужно камнями в красные точки кидать. Помнишь, мы видели красные точки, и мы не поняли, думали это враг, а там ничего не было. В общем, туда надо было камни кидать, оказывается. Вот что. Ну что, давай тогда. Все, вроде обшарили, ничего тут нет. Нажимай. Ну, все эти собирательства, они там чисто для трофеев идут, я думаю. Нам, в принципе, это не столь важно. Нам важны боеприпасы. Ну и детали для прокачки оружия. Кое-что мы уже упустили в прошлый раз. Один сундук мы упустили, который могла Мойра вскрыть. Клэр, почему бы босс пришел сюда? Я не знаю. Нил просто делает вещи иногда. Давай тщательно обыскивай. И синенькие тарелочки. Опять кто-то за нами следит. Так, и что тут? Вон что-то там у тебя, вон там. Давай собирай. Вообще мне порой по атмосфере тут какой-то больше аномальной зоны сталкера напоминает, особенно после появления невидимых врагов. Там светится красно впереди. Фабрика. О, советская какая-то старая фабрика. Интересно, что на этой фабрике изготавливали. О, кто-то висит тут. Так, стоп. Так, что это такое? Это вещи Нила. А, его пропуск, что ли, там еще? That's nice. Where's Neil? If you want to see him again, you'll have to brave the scaffold of the gods. Что-то где-то открыли. Наверное, вход в фабрику какой-нибудь. Мы торопиться не будем. Let's search inside. Так, а это что такое? Какой-то терминал стоит. Сканирование сетчатки. Короче, надо будет чей-то глаз найти, видимо, да? О, тут монтировка нужна. Видишь, где я? Иди, монтировка. Там все, я посмотрел вроде как. Ну ты все равно не светишь, я гляжу на усиленно. Все равно светится, когда даже нет, так светишь. Нет, надо усиленно да. светить. Ну так 3 часа мы тут ходить. Ну что ты встал как? Ну жду пока ты так. Он подсказал, что тут над статуей есть алмаз и тарелка. А вот этот. Да, алмаз, по-моему. Точнее, рубин. А тарелка-то где? Что-то я ее не вижу. Тарелку не вижу. Кстати, вот над фабрикой зеленый свет загорелся, то есть туда можно зайти теперь. По
по-русски написано. Видел? Да-да-да, видел, конечно. Убей, не вижу, где тут тарелка над статуей. Камень нашел, а тарелку нет. Ну ладно, хрен с ней. В принципе, она мне не столь важна. А ты куда? Вот тут вход есть и там. Нам сюда и нужно. Скорее всего, там мы найдем какой-нибудь глаз чей-нибудь и сможем попасть уже в другое помещение. О, верстак. Есть у нас что-нибудь? По-моему, ничего нет, скорее всего. Сейчас посмотрим. Не, деталей никаких нет. Ну, может, потом найдем. Будет все равно тут будем, я так понял, возвращаться. Добро пожаловать в ад, по-русски написано. О, круто. Так, в первую очередь, наверное, нужно какую-нибудь карту найти. Пока нифига не вижу. Доброе утро, товарищ. О! Это светлый день предвещает светлое будущее. Слушай, ты взяла деталь? Кошмар. Как они себе русских представляют? Ужасно. Что, нормально сказали? Помойте руки и столовую. Похмелитесь. А, похмелитесь? Ты слышал? Что-то как-то это пропустил. Ты слушаешь вообще? А, похмелитесь, я пропустил. Так, подожди, а где верстак-то был только что? Тут нашла деталь, я думаю, надо сразу ее применить. То мало ли сейчас кто-нибудь. Так, и где деталь? Или подожди, мы что-то другое взяли. Блин, а что-то другое взяла? А что ты взяла-то? Так, передать. А, ты спирт взяла, елки-палки. Вот сейчас можно похмелиться будет спиртом. Ладно, пошли тогда. Ну а куда мы пойдем-то? Ох, ох, кто это? Где? А, вон. О, что это ты бросила? Или что это было сейчас? Что-то такое засветилось, я не понял. Ой, он встает что-то. Что, мутировал что ли? Сейчас взорвется, конечно, надо валить отсюда. Давай выходим отсюда. Все, взорвался. Отлично. В общем, тут такие уже враги. О, стекла бьются, можно вылезать, смотри. А. Давай тут все, короче, калашматить, да? Не понял только, зачем сюда заходили. Тут что-нибудь нашла вообще? Не. А, вот что-то нашла. Так, туда мы пойдем сейчас или потом? Тут наверх можно же подняться. Тут что-то, походу, ключ от технологической установки. Окей. Это что такое вообще? Туалет. Что-то тут нам вампир написал. В туалете есть одна из какой-то рисунок. Какой-то рисунок на стене. Это он не про это. Попробуй на них посветить фонарем, на эти рисунки. Может, что-то это проявится, что ли, что-то? Да какие рисунки? Какие-то тут должны быть рисунки. Я не понимаю, что он имеет в виду, но... Возможно, тоже какие-то секретки. Кстати, никому в туалет не надо. Столько времени тут бегают. Ни разу не сходили.
Вот. Свети в них фонарем. Они. А, это врагов светить фонарем, что ли? А я думал, про рисунки он говорит, тут что-то светить фонарем. Да, ты у врагов, ты что, свети фонарем, а я буду их добивать, там, например. Потому что вот как раз-таки ты в него засветил, и у него что-то такой этот, ну. Там шарик над головой образовался. Видимо, можно было его добить в этот момент, рукопашную. В общем, не знаю, что в туалете делать. Потом, если что, вернемся. Значит так, у нас есть вариант пойти наверх или еще там дверь одну подергать. Пойдем, наверное, все-таки подергаем ту дверь. А вот бутылочка. Сейчас мы ее смешаем с чем-нибудь. Так, ты что-то тут уже насобирала. Хотя это тоже же можно смешать. Тут тоже закрыто. Ладно, все, тогда идем наверх. Дуем на второй этаж. Тут опять сканирование сетчатки, да, видимо. Кто-то там, смотри, лежит. Видишь? Ты не войдешь, что сканировать сетчатки. Вон, смотри, там мужик лежит. На кресле. Шеф какой-то отдыхает. Тут сколько, опять тут, смотри, тут несколько этажей. Опять будем тут, короче, париться. Так, где-то я слышу опять урода. Заперто с другой стороны. Так, а стекло не разбить? Разбить. No problem. Это не встанет? Встанет, сука, встает. Так, он сейчас опять начнется, нет? Это еще что ли? Ай, что такое? Еще один. Блин. О, отлично. Давай, давай, давай. Оторвись на нем полностью. Так, вот у меня патроны пистолета что-то быстро кончились. Так, ну то есть ружье. Классное ружье. О, еще один. Ой, блин, надо было бегать. Че я ступил-то? Так, я вот забыл, что помогает от этих. Жгут. Какое-то средство помогает, чтобы эта хрень сошла. Ну ладно, фиг, можно просто подлечиться, наверное. Так, а у меня что, нет вообще ничего? Что тут у нас крестик светится где-то? Пусто. Или ты уже открывала стол? Так. Надо дверь отпереть сразу, чтобы мало ли потом пригодилось. Чего? Какое западло? Так, и тут спуск вниз, короче, с другой. А это, видимо. Мы там туалет. С другой стороны подходили. Сейчас зайдем. Подожди, мы еще никуда не идем. Тут еще шарим. Что-то тут дверей, блин. Вот туалет, кстати. Вот туалет. Да я знаю. Ой, кто бежит. Идешь, не уйдешь. Так, мужику посрать не дали нормально. Судя по звуку, тут еще, нет? Все, музыка закончилась. Вот какие-то рисунки. А, во, рисунок Кафки. Видишь, ты что, на нее посветил или что? Или взяла? Ай-яй-яй. Отходи, 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 отходи. Побежали. Сейчас взорвется все равно. Я так думаю. Ой, я опять сейчас не успею, блин! Падла. Ой, ёлы-палы. Отмылось, типа. Так, а мы там все двери прошарили? В туалете-то не все. Ничего нету. Что хоть эта рисунка означает?
Так, ладно. Так, куда предлагаешь пойти? Вон там, прям. Там дверь. Там, а здесь? Вот здесь дверь. А, здесь на второй этаж уже не подняться, на третий-то. Что-то там кто-то звенит цепями, заперто с другой стороны. Собака. Так, здесь тоже небось, да? А, вот, здесь открыто. А что это такое? Зачем нам сюда? Как ты думаешь? Ты видела? Сейчас что-нибудь не то нажмем, и, короче, нас заплющит. А мы не можем выйти отсюда? Можно. А смысл нам выходить, нам ждать? А зачем нам сюда? Ну, как ты думаешь? Ключ, смотри, висит. Где? Вот, ключ висит. Подожди, только не бери его. Дай посмотрим, что-то вообще. В чем смысл этой штуки? Я так полагаю, тут расположение вот этих вот что-то означает. Тут что-то квадрат. Это какой ключ-то? Тебе советуют в пол посветить. Там какие-то следы должны быть. Возможно, мы поймем, как ставить эти штуки. Вот здесь посвети, рядом с ними. Граффити ястреба в помещении. Тебе следует принять свою смерть тихо по-взрослому. Посвети вот тут, на них, около этих. Чтобы видно было, где они стояли, куда они должны ставиться. Что-то должно быть показано. Да, конечно. Вот. Что, ничего не увидела? Нет. В общем, сейчас мы ключ возьмем, и, короче, нам хана будет. Это что такое? Ну-ка. Искусственный глаз. Пошли отсюда. Ага, хрен. Надо ключ сразу брать тогда тоже. А что он ключ не берет? А смотри, глаз вставляем и все обратно, да? А что ключ не берется? Так, ну давай. Короче, когда мы вставляем, глаз все нормально, все обратно происходит. Сейчас эту статую, если разрушит, то попробуй присесть, всякий случай. Вставляй глаз. Ты вставил? Ну что, технологические установки мы взяли, да? А все равно глаз это все нужен. Возможно, мы сможем пойти отключить всю эту хрень и потом взять этот глаз. Этот глаз нам нужен, чтобы там как раз сканирование сетчатки проводить. Все, дверь открылась. Пойдем, короче, сейчас пока этот ключ используем везде. Так, значит. Товарищи встанут. Ого, кто там? Где? Где товарищи? Так, где была дверь закрыта? Давай сразу туда идти. О, тут товарищи проснулись. Свети в них. Блин. Ты сдохнешь, нет, тварь. Да хрена себе, блин, сволочь такая. Музон, конечно, там заиграл классный. У меня один патрон остался. Пошли, этот ключ, дверь-то там где-то, да, вроде была? Которую мы сейчас не смогли открыть-то, она там как раз ключ требовала. А тут никто не выскочил. Подожди, мы здесь были? В этой комнате, по-моему, нет. Не были мы здесь. Это они открыли эту дверь. Вон тут ящик тебе открывать. Я пока тут по столам пошарю. Где... А, ладно, не будем. Или да, почитаем. Я сделал все, что мог, но, похоже, я таки разочарую родителей. Не могу я сохранить семейную фабрику. Заказов нет, и с этим ничего не поделать. Это все она виновата, однозначно. Она упорно стремилась нас отсюда выжить. Похоже, она своего добьется. Она знает, что сопротивляться мы не сможем. Кем она себя считает, в конце концов? Ведет себя словно всемогущий диктатор. Но в нынешних условиях открыто противостоять ей и жить на этом острове будет невозможно. У меня просто нет выбора. Я вынужден делать то, что ей захочется. По крайней мере, она обещает оставить меня руководителем.
Так, ну что, все обшарили? Эта дверь была заперта изнутри, по-моему, да? А там где-то еще была дверь, которая вот именно... вот это требовал технологический ключ там или что-то там было написано. Или это на первом этаже? Здесь глаз. А вот, значит, на первом этаже там дверь, которая требует ключ. Возможно, вот эта дверь, кстати. Что ты там делаешь? Мне нужна твоя помощь. Светить в глаза этим уродам. Так, вот это, по-моему, дверь, значит. Вот, точно. Заходим. Так. О, что там написано? Уже не по-русски. Так, а что тут такое? Смотри. Ой, лазеры! Тихо-тихо-тихо, подожди. I really don't think we should go any further. Right. А вон тут следы. По следам? А, во, точно. Давай-то ты иди по следам или что? Или давай ты будешь светить мне, а я буду идти. Вылези, вылези отсюда, вылези. Ай-яй-яй. Вылези, ты свети, свети мне, куда следы. Подожди, куда ты? А все равно она светит это. Подожди. Свети мне, куда идти дальше, чтобы я видел. Блин, он выключается почему-то. Ты что-то жмешь, потому что не то. Нет. Почему он у тебя включается, я не знаю. Не знаю, почему он выключается. Я жду, пока включится. Ну чего? Я не вижу тут что-то. Ну ёлы-палы. Там что-то вправо шаг был. Непонятно. Я не знаю, чего он выключается, этот фонарь. До этого у тебя ничего не выключалось. Теперь что-то выключаться начало. О, давай-давай-давай, прямо! Ну быстрее надо было, что ты встал-то? Дим, ты что, вообще не нормально? Чего? Я не пойму. В чем проблема? Что ты встал-то, я не понял. Потому что убили. Надо было не прям, надо встал. Было не вставать, а идти вперед дальше. Тут надо, нельзя вставать. Они за тобой идут, эти лазеры следят. Следам, прям по следам иди, прям по ним, не рядом, а прям по ним. Давай. Ну, во, все, я пришла, наконец-то. Они все равно за мной следят, они меня сейчас убьют, что делать-то? Ничего не делай, они тебе ничего не делают, тут стой здесь, я сказал. И что дальше? Встань, что-то устатый надо нажать, наверное, или сдвинуть ее. Ничего не было. Попробуй сдвинуть ее. Сдвинуть ее попробуй, я тебе говорю. Подойди к ней вперед, нажми. Вон там что-то светится. Квадрат нажми. Стеклянный глаз. Все? Все. Could be useful. Иди возьми эту аптечку, а то у меня места нет. Аптечку здесь возьми сзади. Сзади тебя. Так, а что этот глаз? А, мы сейчас возьмем там глаз настоящий. И вместо него, короче, этот. Ставим живой глаз. Возьмем, точнее. Кстати, тут что-то крестик нажимается. Блуждайте во тьме, все понятно. А больше ничего собрать нельзя было? Это локация-то.
Все, продолжаем. Так, где там этот глаз надо было? Наверху там где-то, да, вроде было. А, стоп, сначала надо его взять. Этот глаз надо взять сначала. Так, где там та комната-то? Не сюда его, не сюда. Ой, подожди. Его можно было, наверное, потихо убить. Ладно. Справа кто-то идет. Ничего, тут бесконечно респаунится, что ли? Блин, у меня патроны. Кто еще появился? Подожди, а где сейчас этот? А, здесь, да, вроде? Да. Точно? Да. Так, значит, что мы делаем-то? Нам нужно глаз вынуть просто вот этот вот и сразу положить другой глаз. Все. Я так полагаю, все. Все? Я надеюсь, что все. This might work back at that retinal scanner. А, ну все, теперь можем идти к сканеру. Извини, что кричал. Это так просто, чтобы это лучше проходилось. Ну что, заходи. Пишет жене. Бичи засыпается, говорит, не обижай жену, а то смотри, вся женская половина отпишется от тебя. Я не обижаю, это мы так просто играем всегда, когда что-то сложное. Жена меня быстрее обидит даже. Да, конечно, подвинись. А что такое? Подожди, а что-то у меня оружие меняет, короче, походу. Так, а что это за пистолет? Moira, look, inside that corpse. Может, у меня ружье это нахрен? А что это, пистолет он лучше, что ли? Пистолет Макарова. There's a map here too. Here's where the waterways under the factory connect to the tower. But that asshole statue is blocking the way in. You know, the gods punished Prometheus by sending an eagle to eat his liver. Вот его осветил, ну-ка. Now I know what this is supposed to be. Блин, Магнум надо, наверное, лучше вместо двустволки взять. Вот я что думаю. Потому что у нее патроны будут отдельные, наверное, какие-то. Ружье мне нужно. Пистолет тоже пригодится, когда патроны будут. Так, все, мы тут обшарили. Я что-то пропустил, что они там говорили. Сейчас взорвется. Ой, что там? Что-то все затуманило, я не понял. Это ты кинул, потому что... Я не кидал ничего, и баллон, походу, какой-то взорвался. А, ты попал просто в этот... противогаз. Что-то тут... Так. Так, ребят, еще хотел просьбу, вот вампир абсолютно к тебе. Не пиши нам заранее, что нам делать там или что-то. Нам неинтересно играть будет просто. Если мы где-то застрянем, вот у меня такая просьба, что по этому прохождению, что по Evil Within. Подсказки делайте только когда мы застрянем где-то. Если что-то мы проходим это по-своему. То есть. У всех свои виды прохождения, то есть как бы. Так, ну чё, куда нам теперь идти-то? Надо вниз. Там, кстати, где-то тоже был. А, там на улице сканер тоже глазу нужен был, короче. А, мы тут были.
Ну да, это просто с другой стороны мы вышли, там дверь была заперта с одной стороны. Я думал, надо на улице выходить, там, короче, там был тоже вход какой-то. И требовался этот тоже глаз. Надеюсь, глаз у нас остался. А вот он, да, по-моему? Угу. Ага. У тебя вроде есть что-то там. Да, что-то я. А, да, во, фокус. Куда его лучше, наверное. А вот он как раз на магнуме показан. Не понял, а чё он не берется? Я вот не понимаю эту систему. Что-то ставится, что-то не ставится. На какое оружие этот фокус нужен? Тогда. Что, на пистолет, что ли? Нет, не ставится. Тут все. Я не понимаю, для чего этот фокус нужен, короче, тогда. Почему он не ставится никуда? Летали для оружия, сужает область поражения и увеличивает. А, это для оружия чисто. А только дробаш сейчас есть. А, вот двустолка, но я ее выкинул, как бы. Смысл ее. Ну, пока, короче, я не буду ничего тогда улучшать. Может, потом что-нибудь будет. Neil, where are you? Neil, what about the girl? Так, вот там сканер. Кстати, подожди, где-то здесь же была это. Где ты здесь должен быть сверху жетон? Но я его ни хрена не вижу, даже с расстояния. Не знаю, где он. Я не вижу. Ну и ладно. Хрен с ним. Все, пошли, короче. Так, все. Погнали. It smells like cow shit. They must have kept animals in here. Ой, не хватало. Тут сейчас какие-то собаки появятся опять. Тут живот их держит. Так. Что у нас тут? Дневник директора завода 2. Моя фабрика разрушена, разрушена, и все из-за нее. Какого черта она ставила все эти ловушки? Она говорит, что в целях безопасности. Никогда таких мер безопасности не видел. Где тут, черт побери, безопасность? У нее в голове какие-то больные идеи. Наверное, все из-за ее родителей. Кто знает, какие ужасы они с ней вытворяли. Надо за собой следить. Я позволил себе лишнее. Наорал на нее. Она мне показала. Слово не сдержала. А теперь еще командует парадом. Больше не хочу ее злить, так что буду помалкивать. Свое место я знаю, это мое это место называется выживание. В конце концов, у меня осталась только жизнь. Интересно, это директор завода, он дохлый? Или он где-нибудь тут окажется? Блин, ты что ему стоишь сзади, светишь в спину? Эй, эй, стой, 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 чувак. Нифига ты его рубанул. У тебя какая-то девка, такое ощущение, что бессмертная. Он тоже куда-то ходит. Так, куда мы рванем? Нам вообще куда-то вроде в другую сторону показано, что я не пойму. Нам надо все обшарить, все равно по-любому. Блин, я думал, бочкой сейчас его сзади. О, ты этот нашла. Встает, падла. Козел, а. Это все уже засчиталось нам вот это вот? Да.
кстати, тут что-то нажать вроде, или просто пересегнуть через эту штуку. А куда светишь? Может спрятаться? Нет. Нет. Так, тут вниз можно, блин, тут направо. Нет. Тут отсюда пройти. А, кстати, мы вот тут были. Тут нам. Нет. Нам, да, нам вроде бы сюда и нужно, нет? Нет, вот мы убили вот этого и пошли вон через ту дверь. Вон она, дверь. А, ну да, точно, точно. А почему синий где-то вот прям вот в этой стороне? А мы же оттуда пришли, да, вроде как? Да. Ну, по-моему, тогда вниз, короче, там. Что-то тут не нашла вроде. Да. Все? Угу. Да, вниз, короче, пойдем там, спустимся, посмотрим, что там. Плитка такая блестит, прям смотри. Освещение какое-то присутствует. It's a butchery for killing livestock. Скотобойня. Для забоя скота. How many freaking filet mignons do you have to make to produce this kind of blood? Блин, бассейн, как вывел вы на игрушке. Вот это. Я не могу взять. Так, я надо смешать эту бумагу тоже, наверное, с чем-нибудь. У меня вон, смотри, сколько всего. Поставь себе патроны. Подожди, сейчас мне что-нибудь еще сочетать-то. Нет, больше нет. А вот у тебя есть бумажки. Чё тут можно? Так, что еще-то? Что еще-то? Так, потом. Мне даже брать-то некуда, блин. Надо хоть все. Может попробовать все зарядить. Почему нет патронов для пистолета? Надо взять тоже, походу. Черт, как быть-то? Может мне тебе что-нибудь передать? Вот, например, вот это передать. Патроны, а эти пистолеты, пулеметы, патроны, вот обычные патроны пистолета. Сейчас я их тоже заряжу. Так, что там у тебя еще есть? Хотя, может, это тоже с чем-нибудь сочетать можно. Ага, вот. Еще немножко уменьшили. Все. Так. Патроны мне... А, передаются, передаются, они складываются, видать, в одну кучу там. Это что такое? Макет печени правой доли. А где это мы взяли? В трупах, где был глаз сканирован первый раз. Интересно, зачем нам этот макет печени? Не, ну, может пригодится где-нибудь. Так, все, ты все обшарила? Да. Тут что-то... Ты... Я уже по бассейну даже вот этому походила, там взяла что-то. Что-то незаметно у тебя, вроде куртка чистая. Ну, что-то не оставляет следов. А вон тут дверь. А вот тут, смотри, вон тут, вон там, тут шарится. Вон точно, сейчас попробую его сзади грохнуть. Где? По коридорам какой-то чувак здоровый ходит. Ой, нифига себе, это мясник, что ли? А, это такой же был уже там в прошлой серии чувак, по-моему. Ну его, не, ему ничего не сделаешь так, походу. Ему в голову. Надо револьвер нахрен брать. Выстрелит. Он там сам себя сейчас. Ой-ой-ой, нифига себе, он разогнался, козел. Беги, 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 беги лучше. Отойди, я сейчас с него брошусь. Отойди. Все? Нифига, не все. О, все. Сейф, отлично. Кругом туши валяются. Что не получается? Три замка. Сейчас начну ругаться. Сейчас начну обижать жену, если она не сможет взломать быстро замок.
Это вот здесь вот. Мы отсюда. Я. Нет, мы вроде сюда должны пойти, да? Может, мне пока стырить у тебя аптечечку. Бифи спрашивает, пробовал ли я игру Кейв проходить. Что-то пытался поиграть демку, мне, честно говоря, она не очень понравилась. По-моему, геморройная игра. По распродаже можно было сейчас что-нибудь поинтереснее найти там, кстати. Там были игры интересные по распродаже. Недорогие, там по 100 рублей. В чем сложность вообще заключается? Опять Бифи за тебя заступается, что ты молодец, пытаешься ослепить, а я прогоняю и пытаюсь все один сделать. Может, тоже пока тут по крови пошарится. Он прям кровавый след тащит вот в эту дверь. Эластичный пакет. Так, а что с ним сейчас, с этим пакетом можно что-то сделать же, по-моему. Пахучий химикат. А, нет, ничего не сделаю. О, а где ты? Я не знаю, где я это нашла. А, тут с двух сторон же можно спускаться, с одной и с другой. Я тоже могу тебе спрыгнуть. Да, жалко, кровь не остается. Сейчас такие все красные ходили. Ну что, сюда идем? Все мы посмотрели. Ключ от скотобойни. А где ключ от скотобойни нам брать? Значит, мы не все посмотрели. Может, тут что-то где-то надо ключ найти. Может, он где-нибудь в этих свиньях там или где-нибудь, я не знаю. Кто? Это кого? Интересно, что он не... Кстати, у него ключа не должно было быть. Так, а где же этот ключ-то искать? А вон, смотри, коридор-то какой длинный. Подожди, а мы же оттуда и пришли, нет? Ну там еще наверх тогда есть лесенки. Да, ну пошли тогда сходим, посмотрим. Мы точно отсюда пришли? Мне кажется, нет. А где? А нет, здесь надо вон открывать этой штукой. А, да, смотри-ка. Вот запутаешься нафиг в этих коридорах. Тут баллон есть, если что, можно стрельнуть. Может, враги попрут сейчас потом. Кстати, ребята, кто не знает, сейчас распродажа Rockstar и игру Red Dead Redemption, по-моему, в плюсе бесплатно вообще раздают. Я вот недавно заходил. Я тут одну игрушечку Rockstar себе купил на распродаже за 90 рублей. Так, это, я так понял, включается эта хрень. Давайте сейчас посмотрим, что она делает. Что нам она должна сделать, эта хрень? Тут, видимо, вот здесь они должны... А, во, ключ! Ключ. Ну, что, его надо взять? Ключ от скотобойни я взял, и все, вот, без проблем. А для чего тогда включать это все? Ну, что, для таких игроков, которые... Давай сначала нажмем, потом пойдем, короче. Ну, надо сейчас будет все включить, проверить. Вдруг тут... А, они включились. Сами, что ли? Да. Какого хрена они включили? А я мимо пройду, мне кажется. Да, мне тоже кажется, мы пролезем. Ну, что, пролез? Дверь закрылась, прикинь. Да. Нужно было, наверное, типа это. Ты что тебе сделал? Может, ключ обратно положить надо? А, тут уже не положишь, эти диск крутится, смотри. А что делать? Может, там выход есть? Блин, а тут никак, прикинь, нас убьет. Тут надо было одному оставаться, короче, видимо, я так думаю. Мне кажется, мы по-любому прям одному оставаться, следить за рычагом.
Пипец, нас убьет сейчас. Да, все, короче. Прощайте, ребята. Сейчас нас перемолят. Короче, вот в чем прикол тут, короче. Вот даже похвально нам подсказывает, что бой останься у рычага. А что ты не думаешь, что он сам включится, как бы, рычаг? Хрен его знает. Ну, специально сделали, конечно. Ну, прикольно, что. Прикольная ловушка. Так что давай, ты оставайся, я пошел за ключом. Как что сразу? Нажмешь его, короче, чтобы меня не замолотило. Вот и все. Сейчас там точно что-нибудь будет, мне кажется. Что-то баллон стоит. Звери. Вот в кого-то же надо выстрелить вот этот баллон. Он же не просто так стоит здесь, по идее. Кто-то уже там дышит, по-моему. А мы вон там пришли оттуда или нет? По лесенку. Да? Наверное. Я, что-то говоря, уже тут запутался, вон. Откуда мы пришли. Мы отсюда, да, пришли, значит, с лесенка. А, вот отсюда мы пришли, да. А вот туда нам нужно, в ту дверь. Мы сейчас как раз ключ от нее взяли. Так, ну и что тут у нас? Опять кровище, в ней лазит, там вон какой-то ящик или что-то. Что-то в баке. Ну вот здесь вот, видишь, посередке. Надо как-то его, наверное, освободить. Тут какая-то кнопка вроде бы. О, квадрат нажать у тебя появился. А, это ты взяла, сапфир возьмешь. Так, надо подумать. Сейчас пошарить, тут он дверь какая-то. Может, мясо может подкинуть. А, кстати, мало ли, может. Утонуло. Тут... Может быть и можно. Нет. Так, подожди-ка. Вот тут надо не просто так это мясо висит. Что-то произошло с ключом там, нет? Что, еще нужно мясо, чтобы поехало? Наверное, надо как-то... А у нас больше нет мяса здесь. Не, наверное, где-то надо включить, чтобы оно поехало. Оно там, видишь, висит. А, надо, ну, чтобы оно сюда... надо в дверь войти вот в эту. Да, нужно, чтобы оно поехало, короче. Как... Этот самый конвейер, чтобы поехал. Так. А вон кнопка, походу, да. Давай, знаешь что, наверное, все-таки ты будешь тут управлять, а я буду там отстреливать. Потому что наверняка тут. Смотри, надо... тут еще дверь. А, она не работает. И ящик. О, отлично. Короче, я пошел туда, где мясо надо срубать, а ты здесь будешь кнопку нажимать, чтобы конвейер запустился. Что, мало ли. Деталька. Интересно, оно встанет сейчас или... Или мне нужно вовремя стрельнуть? Не, оно нет, не встает. Нет. Тебе нужно, наверное, вовремя выключать, чтобы оно прям вставало над этим. Ну, понятно. Давай, сейчас я тебе скажу, когда ты, если тебя не видно. Так. Жми. Блин. Надо раньше же это. Ну, елки. Ну давай, включай опять. Я просто смотрю, она вроде как бы это, ну, светится, значит, оно где-то под ним находится. Попробуй сейчас. Не, не, не.
как стрелять. Может, я попробую сейчас на ходу сбить его, не знаю. Давай, запускай. Давай. О, отлично. Сколько там надо еще этих? Еще одно, наверное, мясо. Сейчас попробуем тогда. Нет, еще одно. Блин, сколько же мяса? Ой, а, тут монстры какие-то появились. У тебя там, да, сейчас я бегу, короче. Эй, там падла появилась. Убили? Нет, еще не убили. Охренеть, неожиданно как-то он прискакал-то. Так он один, нет? Двое было. Я тут вообще эти мясо. Я не помню, может, там надо что-нибудь такое прицепить, другое, не мясо, а. Да нет, остался один кусок. А-а-а. Ух ты, падла. Все? Да. Давай попробуем, не знаю. Кто-то еще, да, где-то вроде зашевелился. У тебя? Да. Может, они, может, они теперь будут специально это самое? Блин, патронов нет, сука. Да не ходи к нему, он сейчас взорвется. Все, сейчас взорвется точно. Ему нужен катализатор, чтобы взорваться. Так, а что у меня с патронами-то? Блин, нет патронов ни хрена. Ну, ладно, буду дробаша сшибать, короче. Мясо. Думаешь, точно последнее мясо и все? Ощущение, что надо что-то запихнуть такое, что она не сможет переживать. Давай, жми. Если вот это убить. Не доехал? Я не доехал. Алло, все. Макет печени. Почему это макет печени? Не понимаю. Товарищи, бейте! Бейте врагов народа! Куда я здесь? Что-то нам надо валить отсюда. А куда валить? А куда мы должны эту печень вставить вообще? Я не знаю. Короче, сейчас жопа будет. Так, подожди, надо у тебя патроны. Там дверь не открывается. Надо у тебя патроны забрать. Тут даже икс не нажимается. Так, больше нечего такого у тебя взять. Может, здесь? Сейчас что-то будет, значит, короче. Да, так, надо пистолет зарядить. Давай походим, посмотрим. Тут же еще что-то здесь. Обратно. А вот же кнопка есть. Обратно не пойдем. Обратно и нужно. Тут монстров будет, наверное, толпа, блин. Обратно вообще нужно или как? Не знаю, вообще или как. Ну, синий куда-то направо. А, во, блин. Ты где? Что там происходит? А! В чаче. Ай, блин, я тоже в чаче, короче. Ух ты, падла. Да, два урода взорвались, короче.
Ладно, справимся как-нибудь. Подожди, я еще раз патроны посмотрю. Так, все вроде у меня патроны. А, стоп, мне надо у тебя аптечку взять. А то мне даже подлечиться нечем. Так, пистолет, патроны есть. Сейчас лучше надо будет дробаш использовать. Так, где этот урод? Сейчас надо его нахрен заколбасить сразу, этого здорового. Ух ты, падла! А, я горю, горю. Свети ему в морду-то. О, свечу. Так, этот сдох. Сейчас я тебя подлечить надо. Попробуй R1 зажми, подержи. R1, подержи, у тебя аптечку она использует. Так, ладно, это здорово завалили, теперь осталось мелких там. Уродов. Ой, они из этого повылезали. Блин. Ах ты, сука. Ой, сколько их, которые взрываются. Блин. Подлечись еще, короче. Р1 зажми. Р1 зажми. Есть. У меня почти ничего нет, пистолет, автомат. Все? Музыка играет, значит, что-то еще есть. Ну что, надо туда идти, наверх. Так, сейчас, подожди. Давай пошарим все. Тут еще проход есть. Мы там были, там нечего делать. Так, ладно, ладно. Тут кто-то, я слышу, кого-то слышу. А. Это же бывает. Отлично. Сейчас разберемся с гадами. Свети пока в этого. Там идет этот взрывающийся. Отходим, отходим, он сейчас взорвется. Блин, почему они не бегают здесь? Сквозь тебя стрельну. Я как тут. А, вот, если резко назад и кнопку этот крестик, то она резко разворачивается, чтобы от монстров убегать. Вот это надо будет использовать почаще. Я просто зовут про эту функцию забываю. Порой реально нужно вот от этих вот уродов разворачиваться и бежать. Отходи, 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 отходи. Что-то встало в дверь. Да я не вижу ничего. А, влечись тогда, если не видишь. Сейчас пройдет со мной. Так, тут бумажка, там ничего такого нет, да, пошли отсюда. Все, больше тут ничего нету. Опять мы на улице, короче, да? Еще раз надо посмотреть, где тут болтается синий. Вот ему нужна искусственная печать. Окей, this should do it. А, еще, блин, офигеть. Странная статуя, да, уж действительно странная. А то теперь у нас, короче, это проход есть, да, открытый. Ничего. Пошли, ладно. Так, дверца. О, еще. Патроны. Очень нужны.
аптечка тоже очень нужна. Так, о, тут еще какой-то пистолет. Пистолет P10. А чем он отличается от моего пистолета? Интересно. Типа у него 14 патронов, а у моего 9. Давайте возьмем. Так, у меня все равно патронов, походу, мало. Так, а здесь вот тоже можно открыть дверь. Давай, иди первый. Сегодняшний рабочий день закончен. Отдыхайте, но не расслабляйтесь. Завтра ожидает труд. Hell is he saying? Даже собрать ничего по дороге, тут что-то вообще пусто как-то. Какой-то проход. Ой-ой, что тут такое? Зачем? Время идет, бежать хорошо. Куда? Прямо, наверное. Давай беги. Куда бежать? Куда бежать-то? Куда у глаза глядят? Что-то никуда не глядят. А вот тут надо этот закрыть, надо вентиль. Давай, давай, закрывай, блин. Все, да, там газ перестал идти, нет? Нет. Почему-то я ничего. Может, там не сюда? Вот тут наверх можно. Давай, иди сюда. Ты там, наверное, сейчас тоже должна закрыть вентиль, я думаю, и когда мы сможем пройти. Блин, не люблю миссии на время. Еще хоть, надеюсь, монстры не будут на нас нападать. Нажимать надо быстро, крестик. О, все, газ убрался. Давай. Дуй обратно. А, тебе дальше идти, что прямо? Окей. Тебе надо будет мне тоже опять газ убирать, потом на тебе, наверное. Там этот лежит, я не знаю, встанет он. Ты, наверное, выплатишь, он встанет. Монстр, что ли? Да, лежит там здесь на полу. Так, я открываю. Всё? Может, не встанет, все-таки беги. Беги, беги. Так, а мне сейчас куда бежать? Ой, тут что-то монстр дофига. Встал, урод. И что-то тут ты, дальше. Тут. Я не пойму, куда дальше. Толпа целая, короче. Какая-то это. Блин, я его убью вообще, навряд ли, мне кажется. Мне надо двигать куда-то вот эту штуку. Блин, вон туда мне надо. Вот тебя убью. Ой, тут здоровый такой, да. Вообще. Вот жесть. Чувствую, мы залипли опять надолго. Так, а, смотри, давай, все, пошли. В общем, надо быстро как-то взять ящик, и пока он тут это валяется, залезть на него. Я могу просто в него пострелять, если что, издали. Ты его видишь? Ну, я тут раз видел, но я... Ну, ну тащи, что встало? Просто уроды, блин, еще мешаются, падлы. Давай, залезай. Попробую тебя прикрыть, если получится. Я залезла. А, то есть не надо убивать его, да? Там не, какая-то не коробка. Знаю. Вот здесь вниз мне спускаться или что? Подожди, сейчас. Я сейчас это возьму, коробку. Что такое? Поворачивайся, ну, вентиль. Все, давай беги. Не убивай там никого, просто беги. Ага, все. Мешаются, падлы. Пройти не дают, сволочи. Дальше что? Куда мне? Мне вниз, наверное. Все, пойду вниз. Так, а мне походу. Я тут тоже пойду. А, всё? Вот ты здесь? Ты спрыгнула, да, что ли? Да. А куда нам идти-то сейчас? Я не знаю, какая-то штука валяется. Что-то не берется. Маша, иди попробуй, возьми вот эту. А, вот все, взял.
Иди вперед без знаний, значит рисковать жизнью. Делай выбор, обладая нужным знанием. Но может быть так, что ответы придется поискать. Зашибись. Бочки. А вот это что такое? А, какие-то рожи. Иди как... А, тебе не надо идти как вторая рожа? Не знаю. Что она поворачивает? Рука застряла. И что, нам все сначала вот это... Да нет, мы же не сначала сейчас начинали уже. Может быть, сейчас уже срочно начнем. Так, тут сейчас что-то наверх показываю. Давай, что ты стоишь, читаешь? Блин, опять. Ничего, ничего страшного. Отвратит его. Ладно, до ящика там беги. А ты по дороге не успеешь ящик там сбить, там у тебя есть? Нет, я не успею, я уже так делала. Тогда я не успела залезть туда. Тут еще ящик. Ставь его. Вылезай. Что, ты залезла? Да, я тебя закрыла, что не видишь? А он за тобой ползет, прикинь. Идет за мной? Ну, полез наверх. А, ну все, спрыгивай. Так, вот здесь смотри, раз, может их по порядку нужно, вот прям так показано, слева направо. Давай попробую сначала с этого. Прямо стрелка идет туда-сюда. Так, а в чем прикол-то? Короче, надо, видимо, тут пытаться это. Блин, сделали бы сразу с этого места, зачем? Ладно. Побежали. В общем, первую и последнюю мы попробовали. Оно не работает. Сейчас надо какую-то другую пробовать. Чё ты бежишь раньше времени, я ещё не открыл. Я хочу, чтобы это, быстрее. Пошёл задницу, урод. Блин, залезай. Идет. Так, может все-таки что-то тут подсказка какая-то есть. И сколько всего? Их 4. Да, может правда посмотри. Вон какая-то блокнот лежит. Ну вот тут написано какая-то хрень. Идти вперед без знаний значит рисковать жизнью. Делай выбор, обладая нужным знанием. Но может быть так, что ответы придется поискать. То есть я. А тут что такое? О! Может не надо вообще их там дергать? Так, куда-то пошла? Я не знаю, куда-то пошла. Посмотри. Может ты что-то увидишь, мне что я должен нажать? А, ты с другой стороны сейчас будешь, да? Да. Какая? Как определить-то? А, вот она, вот это. Вторая? Блин, да. Я сейчас как раз хотел вторую и так нажимать. Да. Так, прошли. А время-то идет. Нам, наверное, вот так. Сюда нам надо закрывать. Это я понял, что сюда, а может что еще тут взять по дороге? Не надо. Время-то вроде еще есть. Нифига себе спрыгнули. О, ну это трупы. А все, короче, гейм овер. Вода. А, вода. Ну, а в камне головой. Ну и повезло, видишь, как в сказке. Come on. Let's just get out of here. Ну, теперь мы пойдем по канализации. Вот тоже очень весело. Так сразу освежает, да, вот эта вода после вот этого. После огня. Прям какое-то облегчение даже чувствуешь. Блин. We gained the element of surprise. We're so close, Moira. I can feel it. Чему-то мы близки, не знаю к чему. По-моему, и так уже геморрой нехилый тут.
Neil and the girl weren't in the factory. No. I should have listened to you. Neil didn't write that message. He couldn't have. Блин, тут что-то опять начинаются ходы какие-то, решетки. Опа! Мужик русский сразу видно. Акцент русский. Shit. You don't know what's going on? You've got to get out of here before it's too late. Never. I stay my home. Now go away. You people come to our beautiful island and take everything away. Whatever bad things happening now, do not have me help. Go die your own place. Вот тут можно в воду заходить. Наверное, придется верстак, там что-то мы вроде взяли. Попробую. Емкость магазина. Так. Вот светится на пистолете. Так. Улучшение емкости магазина. У него, в принципе, и так емкость нехилая. Так, а фокус это для оружия, да? Только вот для оружия. У меня только вот одно ружье. В нем уже все стоит. Скорострельность и быстрое заряжение. В принципе, не нужно. Окей, ладно. Sick of men like him. You mean men like Barry? Ну, подожди, а стоп, а пистолет это я же могу вынуть, наверное, теперь ненужные вещи. Так, и вставить их в свой пистолет. Значит, емкость, урон, быстрое заряжение. Все. Окей. You say, hey, let's turn left, and he goes right, just so he can feel like he knows better. Yeah. My big brother was like that growing up too. I fuck up that one time and but he didn't need his help to feel bad. Тарелка? Здесь эмблема вышки. Карта наконец-таки, блин. Сколько, что, еще что ли, два часа проходить? Карту только нашли. Ах, я, в принципе, нет, карта, там у нас тоже карта была. Радар же был. Это, блядь, карта. Давай пойдем туда или сюда. Так, а что там впереди-то, ну-ка, посмотрим. Тут тупик, походу. Mm. Какой-то рубин я взял. А, вот тут, походу, залезть можно. О, ящик для тебя, короче. Да, монтировка. Так, я пока тут пошарюсь у тебя по карманам. Ладно, я пока пошарю просто, пока ты скрываешь. И нет, вообще-то вдруг там какая-то сцена начнется и это. Я тут тебе замок взломать. О, ящик какой-то. А не надо не сломать. Ну, все, да? Деталь опять. Бери. Че, нет? Опять крики, вопли, короче, чьи-то раздаются. Во, наверху ящик. Значит, мы наверх как-то попадем.
Так, а тут-то куда? Что, патроны, что ли? Хорошо. Так, ну это тупик явно, да? Угу. В решетку тут не войти, да? Блин, они в воде бегать не могут, жалко. Медленно шатаются. А вон тоже ящики стоят. Я не знаю, что тут... Может, тут что-то можно будет двигать, короче. Но вот отсюда мы точно не запрыгнем. Если только подсаживать... Не. Там ящик, что-то еще есть. Блестит там что-то. Возможно, тут это в следующей... Там, в следующей серии этот, как его, Барри будет лазить. А вон. Вот так мы друг друга подсадим. А, о, а я что-то... У меня кнопка не появлялась, я подходил. Вон ящик я сейчас скину. Так ты просто... А! О, точно. И там все собери тоже, то, что там есть наверху. Сейчас. Как-то вернуться надо, чтобы... Вот... Или тут надо всем забираться по-любому наверх. Попробую. Так. Бутылки что-то редко попадают в Сочи. А, нам теперь надо потом на противоположную еще стену залезть. Залез. В смысле, я спрыгнул. Тут, интересно, сюда мы сможем подняться. А что-то он ящик не хочет это, таскать никуда больше. В воду не хочет? Uh-uh. Ну, там ты меня также можешь подсадить. Ты его с воды взяла? Ящик нет? Нет, сверху я взяла. Так, блин, фигово. А там, видишь, там кнопки нет. Можешь. Я не знаю, как тут, короче, подниматься. Ой. Блин, опять тут этот... Блин. Так, отходи лучше, Маш, отходи отсюда. Потому что он сейчас будет в тебя стрелять огнем. Лучше с его действия огня. Блин, сука. Ружье медленно стреляет. Голову, Сальс. Голова в чем-то там одета. А, тут ты не увернешься как след. Ой, блин, тут сразу этот и этот. А, сдох, ну все, ну ладно. Сейчас. А вот тут лесенка, смотри, есть. Где? Наверх. Сейчас, может, отсюда и пройдем. Можно запрыгнуть. Вот, наверное, туда и надо. А, ты дверь ломом уже взломать. А я пойду пока запрыгну, короче. Вот, отсюда куда-то можно залезть. Только ты туда пока не заходи, в эту дверь. Потому что пока я тут не все не обшарю. О. А это воду надо солить. О, кстати, да. Каждый занят своим делом. Я кручу, ты ломаешь. Блин, как долго там она ее крутит. Не заходи только в дверь. Пока мы сейчас тут все не спустим. Сделаем. Ну, а, нет, ты решетку опустил. А что это за решетка? И для чего эта решетка? А вот тут лесенка наверх.
Пару предметов я здесь нашел, короче. Так, а что там-то? Так, мы не нашли путь. Ну, слезай. Не, а тут как туда-то попасть? Чуть не пойму. Может, тут где-нибудь? Не, непонятно. Ладно, пошли тогда дальше, короче. Так, патрончики еще, патрончики.